Всем привет, дорогие друзья! Это канал Game World, с вами Артём. И мы продолжаем прохождение игры Final Fantasy 15. Так, что у нас по заданиям было? На чем я остановился? А, точно. С рогатыми сразиться в любое время. Давайте-ка выполним это задание. Да, я, прокачаться вроде не прокачался, по факту. Ну, потому что у меня как бы нечего прокачивать. А, точно. Так, где наша тачка? Надо выехать на дорогу, во-первых. Да, и валить отсюда, по факту. Так, давайте-ка быстренько к машине телепортируемся. Ага, все. Да, кстати, создал себе заклинание. Так, снаряжение. Вот, заклинание. 408 сил атаки. Да, это будет адовая штука. Так, ручной режим, естественно, выбираем. Нам вообще по факту бы бенз заправить. Да, бензином у нас тяжко. А чё мы? Пройдёмся, да и... О, не тут нажал кнопку. Да, сегодня мы пойдем, наверное, по... Так, ну нам надо вернуть к Чокобо. Ну, к владельцу. Да, поговорить с ним. Наверное, сейчас к нему и съездим. Только надо как-нибудь отсюда выбраться. Ух ты. 100%. Я не хочу тачку ломать, потому что, ну... 500, да, 500. Слишком дороговато это, скажем так, удовольствие. Так, ну, здесь мы можем выбрать ручной режим. Но сначала надо найти... Вот. Так, Чокобо. Да, я еще... По карте поездил немного. Нашел различные места. Так, вот, спасение Чокобо. 10 гил. Да, немножко заработал денег. Пока чуть-чуть расширил карту. Ну, мест, где мы бывали. Вот. И, в принципе, все, да. А, вроде... А, прокачал еще очки способностей. Вбил, да, там. Но там не столь такие важные, да. Сейчас скажу даже. Сейчас загрузится, и я покажу, что я там вкачал. Если, конечно, правильно покажу. Ну, там по мелочи я вкачал, там было мало очков, поэтому, ну, естественно, много вкачать у меня бы не получилось. Так, в приемах сейчас. Вот у меня осталось всего 4 очка. Так, значит, вот тут я вот вроде вот это я вкачивал, да? Так, здесь я ничего не вкачал, потому что очков нету. Здесь вроде что-то вкачал. Ну, в общем, по мелочи я... Тут, да, тут еще вкачивать и вкачивать. А, вот тут я веселился на всю, да. Это атаки каждого из наших ребят. То есть, вот, например, быстрый заслон ногти со щитом. Расходует, так, один сегмент шкалы приема. Да, один сегмент. Ну ладно, вот, например. Наделяет оружие Ноктиса энергией стихий, которому уязвим его цель. Расходует одну сегмент шкалы приема. Вот здесь вот, например, расходует два сегмента шкалы приема. То есть, по факту, сейчас я покажу, где это. Нет, навыки, вот. Нет, стоп, не навыки. Это в приемах, нет, стоп, это не приемы. Снаряжение, Гладиус. Вот, буря. Смотрите, клинок ярости. Вот, видите, здесь... поменялось. То есть мы теперь по факту... Вот, мощный удар двуручным мечом по... Так, по одному противнику расходует два сегмента шкалы приема. Вот, давайте его, например, выберем. Игнису. Игнис, у него 6-й пока уровень, но вот здесь уже есть. Все становятся в защитную позицию, спасает от опасности, быстро восстанавливает ОС. Расходует два сегмента шкалы приема. Все становятся в защитную позицию, спасаясь от опасности. Слушайте, ну нет, вот эта штука классная. Так, у этого аж 3 способности я вкачал. Так, крит урон 2. Вот, крит урон 20. Так, отвлекает внимание противника выстрелом, ослабляет демонов, расходует один сегмент шкалы приема. Ладно, это не то. Мощный урон механизмом одному противнику. Перегрузка энергоцепей. Так, механизм создает гравитационное поле, притягивая врагов друг к другу. Расходует два... Вот. То есть теперь мы поменяли все способности, на которые, когда шкала у нас набирается, теперь у нас все будет по-другому. Как раз-таки опробуем это.
А вот что интересное получится из этого. Вы спасли птичку. Да, мы успели. Я вам очень благодарен. Сейчас столько плохих новостей. Я уже приготовился к худшему. Я тут подумал, может держать Чакоба в неволе против природы. Но они такие милые. В любом случае, вот вам от меня знак благодарности. Так, что-то мы подлагиваем. О, еду, наверное, нам даст сейчас. 2000 опыта, ну это понятно. И какая-нибудь еда для Чакоба. Да, они могут есть только когда, если мы сейчас вот ее возьмем себе, Чакоба, да, только тогда они смогут ее жрать. Так, заданий нету. Но поговорим с ним. Мы, да, то есть, неважно, где мы, да, кстати, 4-й ранг. 4480 и мега эликсир. Да, апнул 4-й ранг. И неважно, кому мы сдаем задание, главное сдать, как я понял. Потому что это задание мы должны были отнести аж в этот, в город. Так, ну, по еде нам ничего не надо. Подожди. Для участия в этой охоте вам требуется ранг 8 или выше. 8! 62 уровень! Охренеть! Так, ну давай что-нибудь расскажешь нам. Так, про что? Это все? Ну ладно. Так, тогда валим отсюда. Почему-то странные лаги начинаются. Вроде как не было такой фигни. Так, меч за водопадом. Может, за ним отправимся? Да я вот думаю... Пропавший фургон. Вот, давайте пропавший фургон. Сейчас повыполняем немножко побочных заданий, но нам подкачаться надо просто. Вот в чем дело. Да. Если мы подкачаемся, то все будет замечательно. Поставка мяса. Здесь я, кстати, пока что не очень-то и... Давайте за жетоном пока отправимся. Все же за жетоном. Потому что пока мы... Я пытался, и как-то у меня... Не шибко сильно получилось. То есть я туда пришел, а ничего не получил. Да, кстати, вот гонки Чакоба надо будет посмотреть потом. Как красиво отсюда выглядит листалом. Вот что надо фотографировать. Где? Конечно. Где листалом? Чувак, я вижу только метеорит. Да, хороший будет снимок. Я же фоткаю. Снимок будет идеальный. Так, отправляйте к месту фотосессии. Куда? Стоп, подожди. Да, так, стоп. А... Ё-моё, а мы выйти из тачки не можем. Блин. Вот задница. Это мы сейчас в листалом будем ехать? А мы реально из тачки не можем выйти. Ну, я не знаю, кончит у нас бенз к тому времени или нет, но это плохо. Это, конечно, портит все мои... Все, что я хотел. Ну, давайте что-нибудь послушаем из музыки. Так, нет. Ну, блин, облом. Я не хотел туда ехать. А я из тачки выйти никак не могу. Так, Final Fantasy 1. Оригинальный саундтрек. Но нет. Это я слышал где-то. Но это большинство саундтреки, кстати, идут из... О, Final Fantasy 7. Не, спасибо. А, бредятинская музыка. Так, может мы припаркуемся где-нибудь? По факту. Ну, вдруг повезет. Парковка, парковка. А, нет, я вообще не могу ничего сделать. Так, здесь лагерь. Я видел молнию по дороге. Блин, это реально облом. Но из плюсов, кстати, у нас теперь 4 сосуда. То есть мы теперь можем 4 раза создать 4 разных эффекта, да. Создать. И так как они у нас оттуда не убираются, то есть мы можем один поставить себе и 3 отдать ребятам. То есть и у нас тогда будет все вообще шикарно. Я даже на карту не могу посмотреть. Вот это вот облом.
Это, конечно, жесткий облом. Так, это лесопилка вроде. Я уже не помню, какой раз я мимо нее проезжаю. Ну, припарковаться бы. Так, тут поворот. Там нам надо было, короче, пофоткать Листау. Ну вот, мы сейчас едем. И еще нам надо что-то было сфоткать с двух сторон. Я не помню, что нас просили сфоткать. Вот. И тогда мы сможем в Листау вернуться и денег заработать. Ну, конечно, хорошо бы другое задание было бы выполнить. Так. О! Это наш лагерь. Это мы вот только что из него выехали. Офигеть! Блин! Вот это жесть. Так, а тут ничего не заныкано? О, смотри, там что-то валяется. Да неужели мы приехали? Вон из машины, блин. Ну ты, конечно, нас, чувак, подставил. Я тебе скажу честно. Кто ж знал, что вот такая фигня может произойти? Устаревшая монетка. Больше тут ничего не заныкано? Нет. Ну не, я вот не ожидал, что такая хрень может произойти, что вот... Стоп. Что мы хопа и попадемся на такую удочку. Не, ну я реально не думаю, что он поедет. То есть это для меня это прям такая новость. Так, мифриловый штифт. А, я еще щит нашел в одном из каньонов. Тот самый, который сейчас у нас у Гладио. То есть по факту я мог не тратить деньги, да. Так, подъем, слава богу, есть. Не придется километр обегать. Хотя по факту мы тупо телепортнулись к тачке и все. Канатная дорога, кстати. Ну, я думаю, нам потом расскажут, куда она идет. Это, наверное, будет в сюжете. Давайте сфоткаемся и все. Все? А, нет, не все. Сейчас, да. Сейчас сниму. Все, да, сохраним уж, так и быть. Фотка как-никак интересная. Так, задание. Ну, с охотой я потом разберусь. Так, вот, толстяк. Мы вообще сейчас где? Стоп. Мы-то где? А, мы здесь. Стоп. Вот, смотрите, Панцер Ас. Можем сюда доехать. Так, немножко опыта. Возьмем ручной режим. Не хочу ехать. А что, все что ли? Я думал, нам дадут еще, ну, опыт, это понятно. Помимо опыта еще что-нибудь дадут. Кстати, а что будет, если мы сейчас в тачку влетим? Ха-ха! Офигеть! Так. Но тачки все нипочем. Она взяла и поехала дальше. Ну ладно. Значит... О, да, детка. Супер. Надо размяться. Значит, мы тут можем еще и разносить все в пух и в прах. Замечательно. Так. Да, вот... надо будет сейчас еще потом посмотреть. Я, наверное, на запись, не знаю. Шкала приема. Вот, точнее, вот это вот. Не шкала приема, а... вот, 99 это максимум поглощений. Или есть больше? Так, вон электричество. Так, давайте электричество пополним. Почти. Зря я, конечно, так ману расходую, потому что не факт, что... Точнее, факт, что здесь что-то произойдет. И, скорее всего, мне кто-то донаваляет. Так, пойдем по дороге. О, вот с этими я дрался. В прошлой серии или в позапрошлой я рассказывал. С ними я дрался. Как раз 14 уровень. Давай. Воу. Я не знаю, где я и что со мной происходит, но меня током бьет.
Так, один готов. Так, давай. Никого не можем использовать пока что. Так, давай. Надо сейчас накопить двоечку и посмотреть, что это за способность. А, это точно, это я еще могу теперь прыгать. Так, ну давай, Гладио. Охренеть. Так, ну, предположим, это даже очень классно. Нет, реально, способность классная. Все, добили. Ага, ясно. Слушайте, не, ну, у Гладио пока способность классная, но... первый минус это шкалу приема до 2. Шкала приема всего в 3, поэтому копить слишком долго. Если бы она быстрее заполнялась, ну, скорее всего, что-то из способностей для этого есть. Так, ну, пока туда мы не пойдем. У нас тут еще куча разных заданий. 38 уровень, вот непонятно, зачем ему, что ему там надо. Так, можем до сюда добраться. Так, в погонь за овощем. Либо сюда. Давайте в погоню за овощем, а потом уже той дорогой как раз-таки быстренько и... быстро доберемся до суда. Так. Да ё-моё, в тачку сядь. Да, здесь всегда ручной режим, потому что автоматически недоступен, так как мы не на дороге. Но как только мы сюда вот сейчас выехаем... сразу же доступен автоматический режим. Воу, нас чуть тачка не сбила. Так, аккуратней, не режь машину. Да ты что делаешь-то? Сядь в тачку. Так, задание. Нет, смотрите. Минута. Ну ладно, минута так минута. Да. Я вижу, там что-то летело. Это страшно. Ну-ка. Вон там он, вдалеке. Во, это кондор. Офигеть. И, нет, или это не кондор? Я не помню, кто. Это... а, это гриф. Это гриф, да. Офигеть. Ну да, с грифом, конечно, будет сложновато, я бы сказал. Даже очень сложновато сражаться. Да, хотел еще сходить на того топтуна. Ну, такой гигантский, рогатый. Может, здесь вот две штуки, которые были. Вот, но что-то как-то не шибко сильно мне повезло с этим. Так, ну парковаться нам рано еще. По факту ехать 200 метров, и там метров 300, 100-300 метров останется. Ну давай. О, смотрите-ка, а это хорошо, нет, это хорошо сейчас, реально. А, во-первых, парню поможем, да. Привет, парнишка. Держи. Я не могу просто бросить машину и пойти домой. Вот тебе. Ну, все, у меня есть, мне 5 штук. Держи. Теперь я смогу доехать. Да, обращайся. Обычное дело. Ха, а че он... 350 опыта, че он лезет к колесу-то? Ну, 350 опыта, это понятно. А по деньгам? 900 гил. Ну, по факту, одна свеча стоит 100. То есть, ну, в 9 раз, да, в 9 раз. То есть, не зря закупался, не зря закупался. Поэтому, да, всем советую закупаться такими вещами. Ой, здесь опять эти гады. А, ну, нам не к ним. Ну, слава богу. Погодите, там была какая-то загадка про... поля и про фермеров. Просто как бы вот поля, да. И там что-то было в загадке. Типа... я не помню, что там было. Ну, в общем, там говорилось про какие-то поля. Вот какие-то поля. Фермерские. Но здесь я ничего не вижу. Может, вот тут вот? Так, получи информацию... а, инструкции... на фермерских фермах. Ага. На ферлохских фермах. Да, конечно, название тут, блин, придумали.
Это понятно, это мы сейчас сходим, получим инструкции, все дела. Просто авось тут что-то будет, да? Опять княженца какая-то. А, так, кулинарные хроники. О! Новое блюдо. Молодец, Игнис. Ну, просто я не хочу читать там слишком много, я как бы, ну, не вижу в этом смысла. Так, ну, здесь вообще ничего не заныкано, что ли? Да как так-то? А, вот, что-то есть. Строительный камень. Да, строительный камень, кстати, как катализатор можно использовать, но такое себе, я бы сказал. Его, скорее всего, надо очень много, ну, где-то 99, да, чтобы он нам принес хоть какой-то бонус нормальный к урону. Ага, тигроклыков на ферме. Вот как раз таки. Та стая. А, нет, не та стая. Ну, это вот эти, да? В панцирях. Я прав? Нет. Это нифига не панцири. Так, у нас кончилась мана. Ой, способность наша. Так что, да, давайте-ка посмотрим вообще. Ну, вот мы меч, например, да? Пока что... Щит, ну щит такой себе. Хотя, смотрю, атака увеличится. Ну это пока нет. Мечи занято. Ну то есть можно какую-нибудь пушку себе установить, либо щит. Я щит установлю, пожалуй. Мы им не будем пользоваться. Я же нажал эту. Нифига себе. Так, давай, хотя бы одного. Все, что ли? Ты что, издеваешься? Мы что, по нему попали, что ли? Да ладно, как? Да вряд ли мы по нему попали. Ладно, тут пока ничего интересного нету. А, нет, вот, смотрите. А, это урожай собрать. Там что-то желтое. А, вот, как раз-таки задание. Полагаю, этого достаточно. Да мы только одну собрали. Как бы. Тут просто больше ничего нету. Так что да, наверное, достаточно. То есть мы как бы один фрукт собрали, да, и он говорит, типа, ну это достаточно. Да, такая гигантская ферма, одним фруктом-то точно прокормится. Большое вам спасибо. Не за что. Ага, все. Ну вот, смотрите. Теперь, подождите, кому ее доставить надо? Нет, стоп, подожди, задание. А, тебе. Ну вот, мы отправимся пропавшей... Фургон, да, за пропавшим фургоном, скорее всего. Так, карта, вернуться к машине. Да, а потом мы отправимся вот в эту вот усыпальницу, да, где находится меч. Давай, ручной режим, стоп. Автоматический, к месту задания. Сколько ехать? 4 минуты. Так, давай посмотрим. А камень находится рядом. А камень находится там же. То есть за грузовиком нам ехать в любом случае. Но смотрите, уже 17 часов. Потемнение, кстати, скоро начнется. Вот, поэтому я надеюсь, что мы доберемся быстро. Так, а здесь не видно, вроде рыбное место было или нет. Ну да, ехать нам, конечно, напрямки. Ну нет, напрямки не получится. Мы, скорее всего, тачку себе расшибем о горы. Так, там парковочное место. Никого вроде нету. Помощь никому не нужна. Так, вот мы нашли еще одни растения. Ресурсы. Ну, я пока их не собираю, потому что в ресурсах падает обычно краска.
То есть, как обычно, все время. Падает чисто вот разные осколки камней, которые можно использовать тупо для краски, как краску для автомобиля. По факту. Больше ни для чего. Так, тут сундук. А, ну тут мы уже были. Да ведь? Да, тут мы уже были. Вот как раз. Кстати, тут еще один город. И там задание есть. Интересно. Ладно, фиг с ним. Потом съездим. Нам надо карту открыть, да. Сделаем, выполним тут вот побочное задание на вид. А, ну ладно. Вот, выполним пару заданий. Давайте тогда мы будем подъезжать, и я продолжу, потому что вам 4 минуты целых не ждать. Так, да, вот я решил показать, смотрите, вот канатная дорога, вон по ней уже едет корзинка, по идее, да, с людьми. И она длится вплоть до самого-самого, вон до того вон горящего древа. Но это, скорее всего, из 9-й части Древа Жизни, потому что, ну, как бы... По факту очень похоже. Ну, что может быть еще так гореть? Да, мы уже почти подъехали, осталось всего 700 метров. Единственный минус, конечно, что до задания придется еще бежать. Это первое. И второе, придется ли нам на канатной дороге, если ехать, придется ли нам так долго ехать? То есть, она едет медленно, видно. Да, то есть, если мы так же попремся, то это будет печально. Так, и нам надо в ближайшем... в городе заправиться. Потому что у нас все, бенза у нас заканчивается. Ну вот здесь королевская усыпальница. Да. Вот задание. И где-то здесь тоже еще одно задание, по факту. Ну сейчас мы выполним. Все постараемся. Так. А че мы тормозим-то все время? Типа на мост заезжаем? Че за бред? О, смотрите, есть где переночевать. Замечательно, мы сейчас туда и пойдем. Да, паркуемся. Останови-ка. Конечно. Мы и так тут паркуемся, конечно, но все же. Лучше припарковаться. Пройдемся для разнообразия. Ну да, 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 так и будет. Только сначала надо опыт закинуть. Так. Да, замечательно. Огонь у нас полный. О, о, супер. А ты кто? Давай, давай. Один готов. Второй готов. Давай, давай, давай. Месси, ребят, ребят, ну вы чё? Все, готовы. Немножко опыта. Ну, правильно, мы живы остались, нас никто не сажал. Чё нам унывать-то, да? Так, вроде с огнем у нас и так все good, поэтому... Да. Поэтому создадим себе сейчас немножко магии. Ну, да, сойдет. 198. Да, и, конечно же, вот, коготь саблеклыка, да, например. 210 урона, фигня. Устаревшая монета. 238 урона, ну, фигня. Так. Вот, кстати. Ну, это тоже такое себе. О, щиток с шипом. Давайте вот это посмотрим. Ну, может быть и лучше. Так, вот, кстати, панцирь. Панцирь 318. Уже хорошо. Вот это. Ну, такое себе.
Так, а вот это такое себе. Тогда берем панцирь. И пополняем заново. Нам нужно одно запасное заклинание. Если противник попадется очень сильный, на всякий пожарный, да, нам надо вот такие заклинания. Если попадется очень сильный противник, либо если, ну не знаю, нас со всех сторон окружат, то вот заклинания такие нам очень понадобятся. Так, ну давайте переночуем здесь. Палатка, свежий воздух. Да. Плюс 2 очка ОС. Так, ну сначала это еда, да. Так, мы идем на задание, поэтому давайте-ка поедим. Ну, не знаю. Во, вот это. Увеличит атаку на 40. Плюс 40 атаки, ну, сойдет. Конечно, увеличение атаки на 150 на 200 было бы намного лучше, но... Не хочу такую еду пока тратить. Потому что, ну, зачем? Так. Да здравствует уровень. Только у меня. По факту. Ха, остальным... Вот, смотрите. 2400. 1800. 2400. То есть... По факту им еще... Да, вот почему-то у Игниса здоровье меньше всего. Точнее, опыта. Ну, скорее всего, это связано с тем, что... В одной из битв он помер. Вот и все. Элегантно. То есть, если бы он не помер, то опыт на него бы тоже расходовался. А так как он, скорее всего, дал дубу, из какой-то из битв он за какую-то из битв опыт не получил. Так, все, пошли. Так, давайте сразу же к машине. Мне показалось, или тут рядом задание? Нет, не показалось. Рядом задание. Нет, спасибо. Лучший способ не помереть. Туман. Да, да, тут задание. О, это рыбалка. Понятно, ладно, возьмем. Ну, в принципе, форель, я пропускаю, потому что нам дали тупо задание поймать вишневую форель. И все. По факту, ничего сложного. Ну, я этим пока заниматься не буду. О, аллигатор. Да, кстати, смотрите. Ну ладно, я не стану показывать до конца эту штуку. Ой, меня укусили. Все. Да, то есть это комбо-прием, оказывается. Так, о, панацея. Да, молодец, Гладиус нашел. Это комбо-прием, который позволяет нам, как это сказать, ух, нихрена себе там живность, который позволяет нам уничтожать просто противников на раз. Но минус того, что он всегда почему-то выбивается на слабых, то есть, ну, у меня ни разу не было, чтобы он выпадал на какого-то крутого босса. Хотя по факту, если был бы какой-то крутой противник, да... то мы бы спокойно его вынесли вот этим приемом. Потому что там 9 серий атак, в конце которой все наши нападают. Да, вот, о, этих ос я помню. Я с ними сражался. У них способность есть, которая заставляет нас, как это сказать. В общем, из-за этой способности мы... дезориентирует нас, и мы атакуем прям куда попало. Так,
Груз мы получили. Пошли дальше. Так, там что-то есть? Или мне показалось? Не, мне показалось. Да, о, туман опять. Ну, животных я не вижу, нападать не на кого. Да, о, нет, смотрите, впереди... А, ну, впереди крокодилы опять эти. Ну, не крокодилы, зовут их по-другому. Я пойду вперед, Сахуагия. Я же главнее. И чё? Сегодня нет. Вперед. Так, искать цель. Искалечить цель? Давай, промто, покажи, на что способен. Ни хрена себе. Так, ну промто, ладно. Ой-ой-ой. Черт. А как мы ее искалечим-то? Блин, слушайте, они не достали уже нападать на меня. Давай, промто, еще разок. Ну-ка, притяни всех. Ух, нифига себе. Офигеть, слушайте, ну у него способность классная. Наверное, чем выше уровень будет, тем она будет мощнее. Но способность реально классная, он меня прям поражает. Но я хочу не промто проверить, а этого Игниса. А тут кто? Парни, это по вашей части. Согласен, а кто? Так, во-первых, здесь что-то есть. Во-вторых, кто на нас пытается напасть? А, три пчелы. Ну, это как-то да. По-детски. Так. Чопхеймская броня. Ух, нифига себе. Так, ну это... Это прям... Серебряный наруч. 300? Подождите, а ты что даешь нам... Силу? Да нафиг. Давай вот это. А, чё, броня? 30. А, ну мы промто дадим. Он у нас как бы браслет. Это он тебе дает что? 100 здоровья и 30 силы. Так, железный наруч, да? 100 здоровья дает. На тебе вот это. Ему здоровье, конечно, нужно, но он же, у него, он базируется на уроне у нас, поэтому как бы урон ему важнее. Почему мне не нравятся эти звуки? Я просто здесь ничего не вижу. А значит, вот за этой скалой. Да. Спасибо. По барабану. Да будьте сапфир. Сапфир, да? Один. Да, вот здесь эта штука, скорее всего. По факту. Ну, потому что там ее нету. Месторождение заметить легко. Ух, ни хрена себе их тут. Осадили, осадили. Так, минус один. Так. Давай, давай. На тебе, 2000. Кого, кого атаковать? Оу-оу. Так, я хочу... Игнис. Давай, теперь ты покажи. А-а-а. Вот это, я-то думал, защитная стойка. Ну ладно. В принципе, телепортируемся все к Игнису, да? А его в этот момент убивают.
Так, ну-ка. Слушайте, а щит хорош. Щит хорош. Твою налево, жаба. Так. Тысяча урона она нам нанесла только что за удар. Так, давайте зелье. 32 уровень, ну, кто ж знал. Охренеть, ты задолбала. Как так-то? Ребята, вы ее там сносить собираетесь? Так, надо... Ай-яй-яй. Давай. Ух, нифига себе. Не, ну жаба крута. 32 уровень. О, так, Prompto Gladio. Давай, покажи мастер-класс. О, не-не-не-не, вы чё? Ну да, тут надо еще Prompto дать, эликсирчик. Кстати, у нас заканчиваются они, надо себе заюзать еще. Да ё-моё, ты достала. Слушайте, жаба уже бесить начинает. Скверно? Серьезно? А, она еще и катается по мне. Так, Гладио, давай ты. Еще разок. 5000 он сносит, и ей все равно. Так. Давай, Игнис. Так, давай, мы почти ее снесли. А, пофиг. Готово. Выпьем зелье. Ну да, опыт за нее, конечно, такое себе дали. Так, вот он, сапфир. Все. Да, стоп, а нычки? Нычек нет? Серьезно? В такой глуши? И ни одной нычки? Я бы, не знаю, штук 5 закинул бы. Есть еще плюс. Здесь босс жаба была. То есть те крокодилы, я буду называть их крокодилами. Но они, потому что на них похожи. На древних динозавров, даже я бы сказал. Вот. То они по факту были не боссом. Они просто обитали в этой местности. Да? А вот эти вот... Вот эта лягушка была чем-то похожим на босса. Ага, ясно. По факту дальше... О, имперцы. Ну ладно. Давайте-ка пока на этом закончим. Продолжим уже в следующей серии. Мы сдадим задание как раз. Вот, посмотрим, кто что нам даст. Будут ли дополнительные задания. Вот, например, Чокоба закончились. Может быть, с этим вот сапфиром тоже закончится. Ладно, на этом я буду прощаться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артем. Всем пока.